Так, большой обзорчик на шнурки. Продаются в таких блистерах зарядные шнурки. В таких симпатичных, прикольных блистерах идут. В чем их фишка? Потому что вот они, во-первых, такой оплетки прикольные. И сам наконечник их на магнитике. То есть можно вот так вот раз, и все. И в любом положении, как угодно, крутить. Будет очень просто заряжать телефон. То есть вы один раз воткнули, и у вас всегда этот заглушечка внутри. Надо будет, можно вытащить. Но она, во-первых, защищает от пыли разъем, во-вторых, она практически не мешается, особенно на когда с чехлом идет телефон или смартфон. Защищает от пыли, не разбалтывается сам разъем от того, что эта штучка там внутри. Есть они обычные под микро-USB, есть они, соответственно, современные уже, да, Type-C варианты. Они взаимозаменяемые, то есть их можно как угодно вот так переставлять. А в розетку, когда включаешь, это выглядит следующим образом. То есть сама штучка светится, видно, таким вот приятным светом. Раз, все, зарядка пошла. Поднял, зарядка закончилась. И опять хоп, все работает. То есть на смартфоны, на телефоны, на любые устройства очень удобно. Не надо ничего думать. Не вставлять в разъем, не разбалтывать его. Цвет есть тоже любой. Стоят они в районе там 150 рублей. Есть красненькие, есть желтенькие, серебристые, черные, любые. Вот. Соответственно, отдельно тоже продаются эти штучки. Они, наверное, где-то в районе доллара стоят. Сами наконечники. То есть можно, допустим, купить один шнурок, да, дома воткнуть и несколько приборов от него заряжать там получить. Или в разные места там. То есть я себе все планирую сейчас телефоны, все смартфоны, все колонки и прочее оснастить такими штучками. Будет очень удобно. Да, то есть вот на смартфоне это выглядит вот так вот. Оп, то есть он вообще не торчит, не мешает ничего.